под утро снился тебе новый сон. Приснился орлик, его купание, и крупканье, и грива, и дыхание, и фырканье. Все было полыханье. Но не вынеси на берег, и в огонь зари помчался, вырвавшись из рук хозяина. Навстречу два огня друг другу мчались. Солнце. Приснился орлик,
Его купание, круг коня, игривое дыхание, фырканье, все было полыхание. Конь вынесся на берег, и в огонь зари помчался, вырвавшись из рук хозяина. Навстречу два огня друг другу мчались, солнце и коня. Два огня друг другу мчались, солнце и коня. И Цыганов проснулся тяжело. Открыл глаза, ему в груди пекло. Пождал и понял, что-то с ним не так. Хозяйка, нынче я хвораю. С трудом оделся и пошел к сараю. А там в сарае у него лежак, где он любил болеть. Кряхтя прилег и папироску медленно зажег. Начал думать. Начал почему-то про смерть. Что такое жизнь? Минута. А смерть навеки, века веков. Зачем живем? Зачем коней купаем? Торопимся, все не успеваем. И вот у всех людей удел таков. И думал Цыганов, зачем я жил, зачем я этой жизнью дорожил, зачем я пил, гулял, зачем дружил, зачем, когда так скоро песня спета, зачем? Он не находил ответа. Вошла хозяйка. Как тебе? Печет в груди. Сказал ей сон. Она сказала, лошади колжи, ты поболей немного, лежи. Ушла. Он все думал, как же это? Зачем был молодой? Зачем учился? У отца и деда. Зачем женился, строился, копил? Зачем свой хлеб я ел и воду пил? И сына породил? Зачем все это? Зачем была война? Зачем победа? Зачем? И он не находил ответа. Был день, и в щели старого сарая пробилось солнце на полу, играя. Сарай еще был пуст до Петрова. И думал Цыганов, зачем растет трава? Зачем дожди идут, гудят ветра? И снег, зачем? Зачем зима и лето? Зачем? И он не находил ответа. В нем что-то стало таять, как свеча. Вошла хозяйка. Не позвать врача? Я сам умру, ответил ей. Ступай-ка, понадобится, позову хозяйку. И вновь стал думать. Солнце с высоты меж тем сошло, дохнуло влажной тенью. Не уж только ради красоты. Не уж только ради красоты живет за поколением поколение. И лишь она не поддается тлению. И лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества. И вот такие, обретя слова, вдруг понял Цыганов, что умирает. Когда под утро умер Цыганов, был месяц в небе свеж, бесцветен, но и ветер вдруг свои ударил бубны, и клены были сумрачные трубны, скричал петух, пастух погнал коров, и поднялась заря из яров, и разлился по белу свету свет. Thank you.
Лёны были сумрачные, трубные.
Браво. Маэстро, браво. И вот мы подумали о том, что мы можем себе это позволить перед нашими друзьями, перед близкими людьми, показать вам этот эксперимент народной песни, авторских произведений, джазовых импровизаций и произведения, прочтения поэтических строк о христианской жизни. Я хочу представить вам лауреата международных конкурсов и фестивалей, преподавателя Пензенского колледжа искусств, прекрасного Сергея Струкова. Моего соведущего по программе «Моя мелодия», а прежде всего прекрасного, талантливого актера Пензенского драматического театра Павла Тачкова. Министр твоей заслуги народной культуры Алла Тархова. Понимаете, здесь есть такая интеллигентность, и вот как можно народные песни исполнять, как очень, ну скажем, музыку Дебюсси. Вот это вот на таком уровне. И, конечно, на мой взгляд, очень интересный ансамбль с великолепным пианистом, особенно когда вот это пела, и вот была одна ноточка у вас. Это же нужно быть очень большим музыкантом, чтобы вот эту одну ноточку найти именно так, как это необходимо, и по настроению, и по всему. Я считаю, что это хороший спектакль и прекрасный партнер. И я думаю, что перспективы у этого спектакля, по-моему, есть, судя по тому, как... Друзья, один талант хорошо, два таланта это еще лучше, а три это вообще... Андрей, например, я боюсь прямо, что ты сейчас скажешь. Ты можешь, потому что Андрей Котов принимает участие в таком проекте, как «Этносфера», где соединяются фольклористы и джазмены. Я просто... Когда меня зовут на спектакль, вот, я много с разными театрами работал, с разными решениями, когда мы зовут на спектакль, я всегда испытываю страх. Потому что если, особенно когда зовут друзья, потому что если спектакль будет плохой, мне будет стыдно говорить правду. Вот. И каждый раз нужно будет говорить, да, знаете, ну здорово, ну ладно, молодцы, конечно, да. Здорово, все. И убежал. Вот, что я могу сказать. Я давно не слышал, как ты поешь. И здесь могу сказать, что для меня это какая-то совершенно новая музыкальная история. Вот. Здесь и Дебюсси, здесь и минимализм, здесь и немножечко такой длинной розы, или там пьяной вишни, как это можно сказать. Вот. И спасибо большое за поэзию.
поскольку история, вот мы как посмотрели историю, вот история была очень-очень цельная. Вот, но какие-то мелочи, потом тебе скажу. Конечно. А вообще, конечно, это очень достойная работа. Спасибо. Это импровизация. Всех ждем в музее-заповеднике Тарханы. Я думаю, что когда мы окончательно сможем уже без листочков все это делать, мы его продемонстрируем вновь, и вы вновь придете, и мы учтем то, что нам скажут сегодня наши мэтры, и будет все хорошо. Но мне кажется, вообще сегодня день удался, потому что Вероника Александровна здесь пришел, прошел прекрасный мастер-класс. У Нины Александровны спасибо большое. Всего доброго. До свидания.